Ok, muchachos, arriba. Let's go. Давайте, стали все в паре. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Переводим партнершу. 1, 2 и 3. 5, 6. Суси кью, мы делаем. Кросс, кросс, кросс. Здравствуйте. Кросс, кросс. Делайте. Кросс, здравствуйте. У меня такое задание. Мне надо научиться какому-то танцу. Сальса устроит? Устроит. Устроит. Хорошо. Вы танцевали всю жизнь? Нет? Но придется тогда. Будем изучать очень басовый шаг. Левая. Латиноамериканские танцы. Один из самых экспрессивных видов танцев. Александр из села Выползов. Один из самых неэкспрессивных молодых людей. Что ж, тем интереснее будет смотреть на выполнение им задания. Становись тут рядом с девочкой. Смотри, какая она сексуальная, горячая. Пойдет? Конечно. Отлично. На словах сексуальная и горячая, по-моему, наш парень немножечко потерял ориентацию в пространстве, кровь отхлынула, и он чуть не потерял сознание. Вперед, тум-тум, назад, правый. У тебя две ноги, три шага. Раз, два, три, давай, ничего нету, невозможно. Стоп! Как говорил мой тренер по танцам, Виталий Владиславович, кстати, веточка без листиков, то есть дубина. Извините, извините, правда, не о нашем герое. Но он старается, старается, заметьте. Все вместе. Эй, раз, два, центр, правый. Раз, два, центр. Молодец. Левый, два, центр. Правый, два, центр. Окей. Становимся в парах. Партнерша становится напротив партнера. Раз, и два, и три. One, two, отлично. One, two, отлично. One, two, bang. Локоть поднятый, локоть поднятый. У тебя все должно стоять красиво. Выпрями спинку, ну. Груди вперед. Груди вперед, дыши. Да, отлично, красавчик. Релакс, релакс, релакс. Улыбка, улыбка. И раз, два, три. Раз, два, три. От центра. Раз, два, к центру. Другая. Раз, два, отлично. Дальше твоя задача будет такая. Раз, два, три. Раз, два, три. Переводим партнершу через левое плечо. Раз, два и три. Девушки дальше шагают вперед. Шесть. Девочки в эту сторону. Very good. И. Ун, дос, трес. Переводим. И. Левая, правая, левая. Правая, левая, правая. И. Левая нога, правая нога. Левая. Правая. Хорошо? В такой ситуации вырастает третья нога, между прочим. Вперед, тун-тун, назад, тун-тун. One. Последний раз по кругу, назад. На этом прощаемся. И... Аплодисменты вам. Buenas noches. Todos bien, gracias. ¿Qué tú? ¿Qué tú? Excelente, excelente. Так, расскажите мне, пожалуйста, как ваш успех? Об этом бойце? Да. Как он справился, не справился, какие успехи? Трошки, да, трошки нет, ну... Нет, ты понимаешь, сейчас от твоего слова зависит, получит он денег или нет? А денег? Да, денег. Динеро! С половиной он не работает, так что твои кубинские штучки не пройдут. Лива, ничего, да? Си? Да? Я считаю, что он прошел наше испытание. Точно? Достаточно. Да? Давайте поаплодируем. Браво, Саша! Он исправился с задачей очень хорошо. Тогда покажите же, я хочу увидеть. Легко. Это. Могу включить музыку и так, осад этого. Но только быстро. Очень быстро. Это си. Очень быстро. Си. Ну, Саша, давай. Давай. Да. Как говорится, есть за что бороться. Да. Бам! Готовы? Раз. Настоящий кубинец. Настоящий маэстро-учитель. Ах, Пауль, хотел я чуть денег заработать, а ты... Ладно, Александр, я тебя хочу поздравить, во-первых, с тем, что ты наконец-то финишировал. Это раз. Ну а второе, учитывая все штрафы и одно невыполненное задание... Я не знаю, правда, можно при этих людях открывать эту шкатулку или нет?
Можно, можно. Ты не выйдешь просто. Да? Можно открыть? Так, ребята там, готовьтесь, смотрите, где вы. Саша, 6 500 гривен. Все молодец, он молодец. Но есть еще один подарок. Тут Пауль идет на дискотеку. Да, Саша, пойдем 6 500 на дискотеку. Девочки, сальс. Возьмешь? А как же, да ты, только его, тебя нет. Покажи, как на Кубе надо отдыхать. Чака-чака. Нет, Джагу, это без меня, мальчик. Да, понятно. А на дискотеку забирай. Да. Ну идем. Все, вперед. Вот так вот, какая-то там джага-джага, а 2000-то заработал, благодаря-то джаге-джаге. Ой, пойдет на дискотеку. Не пропал бы парень, не пропал бы.